Медиагруппа «Авангард» представляет. Интересно узнать, какие сервисы или продукты представляет ваша компания и какую нишу занимает интегратора, производителя, сервис-провайдера. Ну, хотя наша компания появилась на рынке, да, действительно, относительно недавно, то есть вот буквально 5 декабря мы будем отмечать первую годовщину ее создания. Но команда, да, люди, которые в ней работают, это люди с более чем 25-летним опытом реализации различных проектов, поэтому мы, сохранив команду, как бы, и войдя в эту компанию, предлагаем весь комплекс услуг, которые мы реализовывали до этого на рынке. То есть это начиная от классической интеграции, интеграции в сфере информационной безопасности, построения инфраструктурных систем, разработки собственной, так и являемся вендором в том числе ряда продуктов. Один из этих продуктов – это продукт Incident Response Platform, то есть у нас собственная разработка для соков. И плюс к этому у нас есть сервисные направления, то есть сервисы кибербезопасности, которые я, собственно, представляю. Владимир, ну, в первую очередь поздравляю вас с юбилеем, и хочется, да, переходя к следующим вопросам, понять, как ваш опыт, ваши сервисы, услуги и продукты могут помочь вашим настоящим и потенциальным заказчикам, особенно учитывая переход многих компаний на удаленку и изменение, существенное изменение ландшафта угроз, связанного с этим. Ну, с этой точки зрения можно сказать о том, что несмотря на то, что как бы компании перешли на удаленку, основные, наверное, проблемы, они так и остались. А основные проблемы – это что, собственно, компании хотят получить, да, от сока. И здесь мы предлагаем, на наш взгляд, подход, который ориентируется не на выявление инцидентов, а на предоставление заказчику определенных гарантий. То есть гарантии того, что ключевые для него рисковые события, киберриски, они не будут реализованы. И вот в этой части как бы весь наш опыт сейчас и вся наша практика на это направлена. Хорошо, Владимир, спасибо. Ну, наверное, заключительный вопрос. Насколько мне известно, вы компания из Казани, из-за нашего замечательного города. И с этим связан вопрос. Вам, как человеку, как компании, которая знает регионы изнутри, на ваш взгляд, есть ли какая-то специфика в обеспечении безопасности именно средствами сока в регионах и в Москве? Ну, наверное, кроме бюджетов. Специфика, ну, смотрите, хотя мы компания из Казани, но мы исторически работаем всегда как бы с федеральными заказчиками в том числе. Ну, вы совершенно верно отметили, что при этом у нас как бы есть возможность сравниться. У нас есть региональные заказчики и федеральные. Здесь я бы сказал, специфика в том, что есть все-таки определенный уровень, как сказать, зрелости, да? И то, что мы там наблюдаем, например, среди топовых заказчиков, среди топовых соков, то, что было там лет 5-7 назад, когда люди там говорили, что такое CEM и зачем он им нужен, то, что теперь, а регионы не понимали, что это такое, то теперь таких вопросов нет. И все уже понимают и основные средства, и для чего это нужно. Вот, наверное, как основной профиль изменился, это то, что зрелость, да, достаточно серьезно повысилась, и именно сейчас есть определенная волна, да, понимания со стороны заказчиков, что сок – это не просто там красивая игрушка, это то, что им нужно делать здесь сейчас, а дальше они уже выбирают варианты. Огромное спасибо, Владимир, за ответы.